Всем привет! С вами Валерия. Приглашаю вас заглянуть в мой волшебный мир творчества. В этом выпуске вы узнаете, как смастерить оригинальный винтажный органайзер с совами из бросовых, подручных и простых доступных материалов. Ссылки на изображение, а также список материалов вы найдете в описании под видео. Из плотного двухслойного гофрокартона я вырезала деталь основы длиной 26 см. Ширина основы соответствует диаметру бобины от скотча. В данном случае это 8 см.
Для работы подойдет любая самоотвердевающая масса. Я применила покупную массу, но также можно использовать и самодельную. У меня на канале есть мастер-классы, в которых я использовала самодельные массы. Ссылку на них вы найдете в описании под видео. Основу краской темная лазурь. Также этот цвет может называться грозовой или темный глубокий цвет морской волны. Чтобы получился такой цвет, возьмите три части голубой краски, добавьте в нее одну часть зеленого цвета и понемногу вводите черный цвет до достижения желаемого оттенка. После высыхания поверхности в нескольких местах я наношу жженую умбру. Получается своеобразный эффект ржавчины.
интересная винтажная карандашница. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Всем моим подписчикам огромный привет! Спасибо каждому из вас за то, что вы у меня есть. Спасибо за все ваши позитивные комментарии, за добрые слова и приятные пожелания. Всем моим зрителям искренне желаю мира, добра, благополучия, удачного летнего отдыха, побольше позитивных эмоций и, конечно же, огромного творческого вдохновения и всего самого-самого волшебно-прекрасного. До новых встреч!